наступил тот знаменательный день, когда мы едем в Грузию. Мы, в смысле, я, Анар и Али, мы команда Dihach. Мы едем представлять Азербайджан на Тбилиси Open Air Alter Vision. Привет, мы команда Dihach. Анар, Али, меня зовут Диана. Команда Dihach образовалась год назад, как команда из трех человек. А сам проект Dihach образовался пару лет назад. Но у нас точка отсчета именно с того дня, когда мы втроем начали играть, поэтому нам всего лишь год. Тбилиси Open Air нас пригласили очень спонтанно, то есть это было очень неожиданно. Вот. И это было даже забавно. Меня спросили просто, мы хотим ли играть на фестивале в Грузии. Я сказала, конечно. Нам стало очень приятно, что мы будем играть на одной сцене с Air и Молчиба именно в этот же день. Соответственно, мне кажется, что именно организаторы фестиваля очень неплохо продумали эту программу, потому что постарались подставить всех артистов как-то более по жанровым группам, что ли. Мы сконцентрированы бываем очень. Иногда я даже перебарщиваю слишком, бывает такое. Ребята сконцентрированы. Самый расслабленный он бывает. Ну, от сцены тоже зависит, конечно. Ну да, да. Чем больше сцены, тем, как говорится, больше ты себя в кулак берешь. Али, нет, у него нет возможности расслабляться, он наш драмер, он всегда должен быть такой. На Тбилиси Open Air было чуточку все в квадрате, то есть были такие, надо было быть сосредоточенным вдвойне. Музыкант на репетиционной базе должен быть готов на 200%, чтобы хотя бы на сцене он 95% смог показать. Dihach отыграл на сцене Тбилиси Open Air 2016. Нам очень понравилось. Звук был прекрасный, аудитория была хорошая. Ребята, кажется, довольны. И мы рады, и все. Отлично, продолжение фестиваля. Будем тусить. И никуда не собираемся уходить.